Всем привет! Сейчас мы с вами в центре Лондона, рядом с Covent Garden. Вот у нас новогодняя елочка. И вот так вот выглядит предновогодний Лондон. Видите, люди отдыхают, гуляют. А вот с этой точки, видите, Covent Garden можно увидеть вот во всей красе. Видите, он несколько уровней. Очень красиво сейчас перед Новым годом, вернее, перед Рождеством всего дня. Если будет время, обязательно сюда заходите. Вот так выглядят эти сады. Тут можно перекусить, пообщаться. Все в новогодних огнях. Ну, давайте я вам еще немножко покажу рождественского Лондона. Видите, в принципе, довольно тепло, людей много, все сидят в каких-то открытых кафешках, дышат свежим воздухом, пьют горячий чай или, может быть, глинтвейн. И мы все так же рядом с Covent Garden. И тут смотрите, какой красивый олень. Смотрите, какой на Новый год. Замечательный. Мне очень нравится. Оленей обожаю. Ну и вообще тут, видите, всякая такая тусовка, общение. Это вообще популярное место, куда можно прийти с друзьями, где-то посидеть, что-нибудь интересное увидеть. Потому что вот всякие вот эти экспозиции, да, видите, тут олень, там где-нибудь еще какие-то скульптуры выставляют, их постоянно меняют, поэтому довольно интересно гулять, вот смотреть. Ну и вот так в огнях красиво смотрятся другие улочки Лондона. Сейчас мы с вами оказались в самом центре Лондона, на Трафальгарской площади. Вот на заднем плане у меня Национальная галерея. А здесь у нас важные львы. Оцените кривизну новогодней ели. Это вот такие елки ставят чуть ли не на главной площади Лондона. На Трафальгарской площади всегда какая-то движуха. Вот здесь вот видите, сегодня поют уже рождественские песенки. И кривая елка. А если чуть повыше пройти? Здесь у нас будет Национальная галерея, вот вход. Кстати, бесплатный абсолютно. Молодежь развлекается. Оседлали льва. Не хватает сил залезть. Не могу не отметить, замечательный фонтан, просто потрясающий, девушка на дельфине. Кстати, вот сейчас я разглядел, это необычная девушка. Она хоть и на дельфине, но, видите, у нее ноги переходят в такие хвосты. Вы посмотрите на эту кривую ель в самом центре Лондона, она мне просто не дает покоя. Ну как можно так поставить елку? В общем, я очень сильно задубел на этой Трафальгарской площади, вот... Сейчас вот туда за спиной, там есть хорошее кафе, Претаманже. Пойду что-нибудь попью чайка, а то прям, ну, совсем холодно стало. Надеюсь, это видео вам понравилось. Подписывайтесь на канал и ставьте лайк.